На Тайване разворачивается масштабная спасательная операция после разрушительного землетрясения, которое произошло несколько часов назад. В руинах целые кварталы, рухнули несколько высоток. Сначала сообщалось, что в одной из них могли находиться 800 человек, но позже эта информация не подтвердилась. Пока доподлинно известно о гибели семерых. Сотни людей извлечены из-под завалов живыми. Кадры и последние данные у Григория Емельянова. В результате землетрясения магнитудой 6,4 более всего пострадал Тайнань, крупный город с населением около 700 тысяч человек. Авторшоки ощущались еще с полчаса. В отдельных районах города картина такая, словно стихия нанесла по ним точечный удар. Вот эти кадры сняты на месте обрушения 17-этажного жилого дома. Здание даже не сложилось, а прокинулось на бок. Пожарные спасатели как можно скорее стараются разобрать обломки. Они боятся, что где-то в руинах может таиться источник возгорания. Угрозу нужно срочно ликвидировать. Внутри много людей. К утру выводят более 120 человек. В какой-то момент выносят младенца. Из опрокинувшегося здания спасут еще нескольких детей. Утром руины все еще дымятся. Спасатели режут арматуру, разбирают бетонные блоки, периодически подзывая людей с носилками. Текущая ситуация такова. В доме осталось 7 человек. Они живы, по-прежнему заблокированы. Сейчас их спасение – приоритетная цель всей операции. Места, где находятся люди, локализованы. На следующем этапе мы будем постепенно, шаг за шагом подбираться к ним. Суть в том, что действовать надо с большой осторожностью. Вот еще одно строение, буквально сползшее с фундамента и расплющившее огромной массой, припаркованные рядом автомобили, кадры от которых делается не по себе. На что это было похоже? Здание. Оно все ужасно затряслось. Как вы выбрались? Этажи буквально сложились. Пришлось выбираться через окно третьего этажа. Здание старое? Да не то чтобы очень, лет 30. Тут все такие, построены примерно в одно время. Что с вашим имуществом? Все вверх дном. А ваша машина, она? Ну да, ее раздавило. В разборе завалов спасателям помогают военные. Число погибших невелико, но постоянно корректируется в сторону увеличения. Счет пострадавших идет на сотни. 6 тысяч семей остались без света. Подземные удары ощущались и на материке. Восточный Китай тряхнуло не так сильно, как Тайвань. Магнитуда землетрясения была меньше 5. Но этого оказалось достаточно, чтобы на какое-то время прервать движение скоростных поездов. Сейчас они ходят с большими перебоями. Задержки вызваны в основном тем, что железнодорожникам необходимо проверить, не пострадало ли полотно. Григорий Емельянов, Алексей Козлов, Первый канал.